А вот в Карабудакенте чествовали местных чемпионов Европы по ушу сэндам братьев Абдул Галима и Гаджи Нуриддиновых, Арсена Зайналова и Салаудина Абушева. В числе почетных гостей глава района Махмуд Амиралиев, именитые тренеры и спортивные функционеры. За достигнутые успехи спортсменов их наставников поощрили почетными грамотами и денежными премиями от местной администрации.